Сегодня мы купили мешок комбикорма. В мешке 25 килограмм. Для курей несучек. Стоит 240 гривен. Это около 8-9 долларов. 9 долларов где-то, да. Куплено в Украине. Разрезаем, смотрим. Так, аккуратно. Так, разрезаем. Не порезать мешок. Ну и кто подскажет, как быстро разрезать его. Так, корм гранулированный такой вот. Здесь состав. Я так понял, витаминов, микроэлементов. А здесь есть состав? Гарантия. Так, смотрим. Склад. Пшеница, кукуруза, шрот сонечниковый, высевки, макухасо, борошно и премикс. Угу. Так, пробуем курам давать. А ну отойди, я курам дам. Ну, не очень они так нападают, скажем так. Ну, что-то едят. Им нравится, нравится, распробуют. Ну. А может посадить курицу прямо в мешок? А ну, можно ее поймать? Нет, я ее не поймал. А так бы можно было посадить и испытать. Она бы тут, конечно, так. Короче, вот такой вот корм. Куры едят.